Не знаете, чем занять ребенка в выходные? Приходите к нам. Каждую субботу и воскресенье в ресторанах Гёдзе для ваших детей веселые аниматоры, кулинарные уроки, конкурсы и море сюрпризов. Справки по телефону 246-4-246. Здравствуйте, в эфире программа «Умелые ручки». С вами я, Игуль Гизатуллина. Съемки ведутся в ресторане Гёдзе. И, как всегда, нам в гости пришли замечательные, талантливые ребята. Привет, ребята! Привет! Сегодня с ребятами мы будем раскрашивать вот такие замечательные холсты восковыми мелками. Чем хороши эти мелки? Чем они вам нравятся? Красотой. Красотой. Яркий свет. Яркий свет. Но они пачкаются. Они очень любят. Правильно. Ну что, ребята, начнем творить? Здесь уже нанесен контур, у кого-то божья коровка, да? А у других, я вижу, есть цветы. Правда, далеко девочка сидит с бабочкой. После этого, ребята, будем учиться готовить пиццу. Да! Меня зовут Ксюша, мне 8 лет. Я учусь в классе втором. Второе. А вы нам расскажете что-нибудь? Могу про 8 марта спеть. Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама, жизнь подарила, мир подарила мне и тебе. Так бывает, если случится вдруг. Мама тихонько всплакнет, как там дочка, как там сынок ее. Лишь под утро мама уснет. Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама, жизнь подарила, мир подарила мне и тебе. Молодец, спасибо. Привет, меня зовут Азалия, мне 6 лет, я буду... Представляюсь весной. Ладно, утро, пол зубастый, чисти зубы, мятные пасты, моет окна, белит печку, делит коврик, поклоняйка, и цветочка мудрее, сколько дети без вели, увылез на извечь. Стучатся колку дверь, пацанка конечно здесь, опасно может съесть. Меня зовут Степан, мне 4,5. На деле висит сейчас лилии, одна висит для вас, музыкальная конфета, мне весенние приветы. Привет, меня зовут Даша, мне 8 лет, зима недаром длится, прошла ее пора. Зима, весна в окно стучится и гонится двора. И все засуетилось, все нудят зиму вон. И жаворонки в небе уж подняли трезвон. Зима еще хлопочет и на весну ворчит. Тая в глазах хохочет и пуще лишь шумит. Взбесилась ведьма злая и снегу захватя, пустила убегая прекрасное дитя. Весне и горя мало, умылась в снегу. И лишь румянь стал наперекор врагу. Привет, меня зовут Самира, мне 8 лет. Я учусь в 3-й гимназии... где во втором Б-классе. Я хочу рассказать стихотворение «Весна». Снег теперь уже не тот, потемнел он в поле, на озерах треснул лед, будто раскололи. Облака бегут быстрее, небо стало выше, зачирикал воробей веселей на крыше. Привет, меня зовут Таисия, я учусь в гимназии номер 3 во втором Д-классе. Я хочу рассказать стихотворение «Уж тает снег».
Уж тает снег, бегут ручьи. В окно повеяло весной. Засвищут скоро соловьи, и лес оденется листвой. Чиста небесная лазурь, светлей, ярче солнце светит. Пора метели злых и бур опять надолго миновала. Сегодня мы с ребятами учились рисовать на холсте, раскрашивали фигурки, а теперь шеф-повар ресторана Сергей научит их готовить настоящую итальянскую пиццу. Мы не прощаемся с вами, мы отправляемся в Гёдзе Примасоле на улице Октябрьской революции, 78. Я вам желаю всего самого наилучшего. С днем рождения! Мы продолжаем умелые ручки в ресторане Гёдзе Примасоле на улице Октябрьской революции, 78. И сегодня мы с ребятами здесь будем делать вот такие замечательные холсты, раскрашивать их мелками восковыми. А кто-то из ребят будет раскрашивать деревянные холсты. Мне 11 лет. Я очень люблю делать все своими руками. Например, украшения или игрушки. Мне очень понравилось надоедать умелые ручки. Я хочу поздравить всех с наступившими весной, весенними праздниками и пожелать всем солнца и хорошего настроения. Меня Ксюша зовут. Мне 5 лет. Поздравляю всем с праздником. С весной. Меня зовут Милана. Мне 4 года. Вновь дроптиц кормушки ставят, насыпают в них корма и поют печужек стаи. Здравствуй, зимушка, зима. Меня зовут Анжелика, мне 7 лет. Для букашек, блошек, мошек испекла блинов и плюшек. Скипяти на самовар. Чуть паук меня не скушал, злые замыслы разрушил героический комар. Наша программа подошла к концу. Смотрите нас каждый день на телеканале M-Television или в любой точке мира на www.mtelevision.ru. А если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал участником программы, звоните по телефону, указанному на телеэкране. До встречи на следующей неделе. Пока! В нашей семье появился новый друг и помощник – журнал «Дошкольная Уфа». Полезные советы по здоровью и развитию ребенка, новости дошкольного образования, детские странички. И всего 75 рублей по подписке. Подпишемся! Не знаете, чем занять ребенка в выходные? Приходите к нам. Каждую субботу и воскресенье в ресторанах Гёдзе для ваших детей. Веселые аниматоры, кулинарные уроки, конкурсы и море сюрпризов. Справки по телефону 246 4 246.